каким будет еловый микс. На нашем сайте есть позиция еловый микс. Вот здесь показано вот, еловый микс. То есть елка просто, она в пучках, как бы, но она так и растет. И вопросы идут, каким он будет. Каким он будет, это уже на ваше усмотрение. Вот здесь маленький, к примеру. Ну, на нашем сайте есть эта позиция, и постоянно спрашивают, каким он будет. Сейчас мы пойдем и посмотрим, каким он будет. Итак, у нас идет переезд другого участка на этот. Потихоньку рассаживаем все растения. И вот про еловый микс. Вот тот, который выставлен у нас на сайте, я посадил дома, и он у меня провел там 2 года. То есть через 2 года у вас вот такое вот растение. С ним можно делать все, что хотите. Это, как говорится, полет вашей фантазии. Здесь стволиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 стволиков. То есть вы можете постричь его отсюда, можете отсюда. Это поменьше еловые миксы. Ну а здесь как бы вообще настоящий еловый микс, как бы, потому что здесь вообще ель колючая, а вокруг ель зеленая. И отличия можно видеть вот на примере елового микса отличия. Вот здесь тоже ель колючая есть, голубая. Видите? Ну я хочу ее просто, чтобы она прямо пошла. И потом снизу было зеленое, а сверху голубое. Вот мы их рассадили. Какой-то был маленький, какой-то побольше. Но дело в том, что еловые миксы вот такие вот, они растут прекрасно. Кто хочет сделать шариком, пожалуйста, делайте шариком, верхушки обрезайте, и она будет набита, да и по бокам тоже, прищипывайте весной. Это время немного не занимает. Это формирование ели, это самое легкое, что может быть, и сосны тоже. Ее формировать надо один раз за лето. Ее формировать надо один раз за лето, и она довольно-таки хорошо формируется. Ну, что касается приживаемости, приживаемость тут очень хорошая и высокая. Практически ни одно растение, хотя я и где-то, может быть, в одном было высохшая одна, и я ее обрезал, и все, и она дальше пошла. Но здесь мы посадили, скорее всего, это будет изгородь из ели, плотная, хорошая изгородь. Я ее доращу до такого состояния и начну формировать, она, скорее всего, тут. Ну, опять же, если на следующий год не продам. Сейчас они только что посаженные, поэтому будут расти, а продаваться будет уже в следующем году. Ну, каким будет еловый микс, я надеюсь, вы увидели. А дальше уже полет, как говорится, вашей фантазии. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Удачи!